Так, Куга, Макс Фит 2020 года. Испытания начались. Пробуем разогнаться на второй скорости. Дорога здесь не самая хорошая, но на проезжую часть не выезжаем. Законодательная база еще не урегулирована под езду на этих видах транспорта по проезжей части. В модели 2020 года уже убрали сигнализацию, сделали включение с ключа, добавили вольтметр. Ой, конечно, кочки приезжает не сильно хорошо, но в целом достаточно комфортно для ездока. Сейчас вот я еду на скорости 20 км в час по убитой тротуарной дороге. Вот здесь, конечно, лучше пройти пешком, чтобы не навернуться. Назад попробую через лес проехать. Еще даже ни разу не пробовал перейти на третью. Ездию пока только на первой и на второй. Кочки преимущественно пытаюсь проезжать все-таки. Пока еще новый. Не через перепрыгивание. Жалко все-таки. Стоимость такого самоката в 2020 году 28 тысяч. Это с аккумулятором 11 мАч, 1100 точнее, и двигателем 600 Вт. Тормоза мне наладили при покупке. Спасибо Максу Простому с его скидкой. Если будете покупать такой магазин на официальном сайте Куга Раша, не забудьте сказать код от Макса Простого. Так, здесь работает свет. Свет работает. Наверное. Свет почему-то уже не работает. Так. Вот так вот он выглядит со всех сторон. Такая вот техника. Первые впечатления, конечно же, замечательные. Рад покупке. Всем советую. Будем разбираться дальше.